Из-за режима самоизоляции, которого придерживаются многие жители муниципалитета, личного транспорта на улицах стало меньше, а вот уборочной техники прибавилось. В настоящий момент предприятие «Дорсервис» начало активную подготовку к летнему сезону. У нас около 150 единиц специализированной техники, она вся участвует в работе. Есть техника, которая работает ежедневно в круглосуточном режиме, есть техника, которая привлекается по необходимости, но она тоже находится в исправном боевом состоянии и готова к работе. Парковка у жилого комплекса «Видный». Раннее утро. Многие автолюбители остались дома, а потому транспортные средства создают некоторые проблемы для рабочих. Но они относятся к подобным трудностям с пониманием и делают свою работу. Парковка действительно передана в управление оперативной МБУ «Дорсервиса». Да, занимаемся уборкой ее мы. Вот. На данном этапе, весеннем, мы сейчас ее приведем, эту парковку, в порядок. Уберем весь мусор, весь смет, все окосим. Сделаем красиво. На каждом подобном участке, а их в Ленинском городском округе немало, работает бригада из 5-6 человек. Всего же в работах по благоустройству задействовано более 650 сотрудников «Дорсервиса». Отдел благоустройства «Дорсервиса» обслуживает 1 миллион 200 тысяч квадратных метров различных территорий. Пока многие люди живут в режиме самоизоляции, но скоро сложные времена закончатся, и, выйдя на улицу, хочется увидеть чистоту и порядок. Увидеть люди захотят и красоту, и в этом направлении уже сейчас ведется активная работа. Мы готовимся к высадке однолетних растений, многолетних растений, кустарников, деревьев. Мы тоже это уже закупаем, делаем эскизы того, как будут выглядеть наши клумбы и общественные пространства. И в соответствии уже с этими эскизами подбираем ассортимент растений. Перед выходом на работу все сотрудники проходят строгую медицинскую комиссию и оснащаются средствами защиты. Максим Козлов, Евгений Садовский, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ.